У нас сегодня вторая часть ролика. Мы ее снимаем уже спустя, ну, практически неделю. В прошлое воскресенье нам объявили, что Егор у нас занял призовое место в студии. Они рисовали рисунок. А сегодня они с папой ездили на награждение. Егора награждали. В общем, дети у меня подготовили целую съемку. Не судите строго. Я участвовала только в том, что убрала с дивана постельное. А так они все сами припасли. Васюша покажет, какой рисунок они все рисовали. Рисунок у всех был одинаковый. Просто Егор занял вот у нас... Какое ты место занял, Егор? Третье. Сейчас я немножко приближу. И рисунок покажите, и грамоту. Все, похвастаемся. Давайте хвастаться. Вот такой красивый рисунок. Называется «Мамино сердце». Угу. Рассказывайте, я не буду вам суфлировать. В общем, мы не репетировали. Вот, это моя грамота. Так, мама, два шага вперед. Вот третье место. Угу. Ой. Ну, не молчи, рассказывай, что тебе подарили. Это цветные ручки, цветные ручки. Дальше рассказывай. Показывай, что тебе подарили. Это фломастеры. Фломастеры. 24 цвета. Еще что? Это блокнотик с глазочками. Блокнотик. Ну еще что? Что подарили? Это краски. Краски. Акварельные. Угу. Без кисти. Ну, кисточки у нас есть. Еще что подарили? Это альбом. Альбом. Ты доволен подарками? Да. Вот, рисуй лучше. Будут еще подарки, если будешь занимать призовые места. Мама, а можно мы сейчас порисуем? Ну, после ужина, может быть, у вас время только останется. Только вот эти цветные ручки, они ручки гелевые, классические. Юнландия. И за нее и розовая ручка очень странная. Колпачок розовый, а рисует оранжевым. Мама, да? А вот у того какие. Они уже проверили, они уже немножко порисовали. Только фломастером у меня. Снежа у нас молчит. Снежа тоже красивый рисунок нарисовала. Но решили Егора поощрить. Мы еще на выставке. Твой на выставке стоит? Да. Снежа у нас очень красиво рисует. Она в прошлый раз призовые места занимала, да, Снежок? У меня тут уже есть цветов. И причем рисует она, у нее такая фантазия большая, обширная, я бы сказала. У меня в детстве такой фантазии не было. Очень красивую Снежану рисунки. Мама, ну что? А можно я открою? Ну это давай уже без видео. У всех времени мало, чтобы нас смотреть. Скажем всем пока. 10-20 листов. Давайте всем пока скажем. Только не надо выпрашивать подписки, не выпрашивайте. Просто скажите всем пока. Всем пока. Всем пока-пока.